Нижневартовский предприниматель готов дать достойный ответ иностранным предприятиям. Он уже 3 года производит теплообменники из нержавеющей стали, столь необходимые для топливной и гидравлических систем спецтехники. Подробности расскажет Регина Гауфа. Welding Technology – молодое и пока небольшое предприятие. И хотя производство еще не столь велико, фирма уже является резидентом технопарка и работает с крупными нефтесервисными предприятиями. Здесь изготавливают теплообменники, как типовые, так и по заказанным образцам. Привозят нам теплообменник с проблемами. Мы его изучаем досконально, делаем какой-то анализ, составляем модель. Также производим сборку, то есть полное изготовление по образцу. Теплообменники необходимы для стабильной работы оборудования в условиях крайнего севера. Они повышают износостойкость спецтехники. Он расположен в емкости, через который проходит антифриз горячий уже. И когда отработала вибаста, подогревающее устройство двигателя, также охлаждающей жидкости, да, жидкость охлаждающая проходит здесь уже в теплом состоянии и подогревает, например, гидравлическое масло или дизельное топливо. Вся продукция соответствует госстандартам. Гарантия на нее 5 лет от даты ввода в эксплуатацию. У каждого теплообменника есть серийный номер. В случае его возврата по нему можно будет посмотреть историю изготовления этой детали. И в случае какого-то недочета устранять их. Кстати, пока что ни один такой теплообменник не был возвращен. Пока что главным производителем является сам руководитель. Во время крупных заказов он привлекает бригаду из еще 5 человек. В планах развития и набор уже постоянного штата сотрудников, что позволит увеличить производительность. Регина Гауфа, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.